Всем привет, меня зовут Даша Кей, и я приехала в Корею без косметички. И решила собрать ее здесь. Я прогуляюсь по здешним магазинам и покажу, что я нашла. Из этого соберу базовую косметичку, макияж айдола не обещаю, буду брать, что нравится. Первые 3 дня я ходила вообще без косметики. И, наконец-таки, я собрала косметичку, которой сделаю макияж вместе с вами. Вот так вот она выглядит. Это еще не все. У меня там еще лежат некоторые вещички, которые я купила в Миньсо. Из косметики я использую тональный крем. Он здесь зачастую в виде кушена. Кушон или кушен – это пудреница с тональным кремом. Самые бюджетные начинаются от 1000 рублей. А если это рекомендует популярный блогер, то цена будет ближе к люксу. Для губ я обычно использую карандаш. В магазинах Кореи это вообще не популярно. Карандаши для губ они не используют. Они используют тинты. И тинтов, как кажется, тут огромная палитра. Но нет, тот цвет, который мне нравится и к которому я привыкла, таких очень мало. Или просто нет. Я говорю про грязно-розовый лиловый оттенок, который с легкостью можно найти у Vivienne Sabo, Pupa и так далее. Во-первых, картинка и упаковка очень отличаются от того, что внутри. Во-вторых, они не заморачиваются с созданием оттенка, потому что любой оттенок будет классно сочетаться с белой кожей. Контуринг. Я очень люблю скульптурировать себе лицо в виде троечки, затемнять, потом еще добавлять теплоты бронзером. Ну, этого, конечно же, нет в Корее, я это прекрасно понимаю, но хотя бы какой-то скульптор я очень надеюсь найти. Что тут хорошо, это скульпторы серых правильных оттенков. Они не так популярны, как SPF-крем, кушон или тинт в Корее, которые есть на каждом углу, но скульптор найти все-таки можно. Скульптор они используют для контурирования носа, поэтому он у них светлых, холодных оттенков, чтобы не перетемнить лицо. И вообще у них нет такой эстетики, как забронзированное, загорелое лицо. Тени для век. В магазинах, конечно, большое изобилие розовых теней на любой вкус. И тепло-персиковые, и холодные розовые. Но одна проблема, когда их свотчишь, они совершенно не переносятся. В Корее очень любят полупрозрачные тени, поэтому пигментации от теней тут нет смысла ждать. Тушь. Я пыталась найти неводостойкую тушь. И как вы понимаете, у меня это не получилось. Я спросила свою приятельницу, которая живет в Корее, почему все туши водостойкие. Она ответила, что с их строением века ресницы держатся только с водостойкой тушью. Они подкручивают керлером, потом наносят водостойкую тушь, и так она держится весь день. Также для них больше актуален эффект удлинения, чем объема. Прежде чем переходить к макияжу, я хочу сделать себе корейскую укладку. Чтобы не рисковать здоровьем волос и быть всегда с идеальной объемной укладкой, я решила взять с собой шампунь и бальзам от Кумихо. Это корейский бренд по уходу за волосами, но продается он в России. У меня необъемные тонкие волосы, которые прилизаны к скальпу, поэтому я буду использовать шампунь для тонких и ослабленных волос. В составе этого шампуня идет экстракт хризантемы, который глубоко очищает, питает и укрепляет волосы, успокаивая чувствительную кожу головы. Набираю немного шампуня и вспениваю его с водой в ладошках, перед тем, как нанести на корни волос. Этот вариант идеально подходит для чувствительной кожи головы. На кончики я средство не наношу, а просто спускаю пену. Повторяю мытье 2 раза, хорошо отжимаю волосы. Перехожу к следующему этапу. Бальзам для объема от Кумихо содержит масло авокадо, оно смягчает и питает волосы, не утяжеляя их. Наношу на волосы до середины длины, хорошо массирую и запечатываю кончики. Держу 1 минуту и хорошо промываю волосы, смывая бальзам. Теперь волосы готовы к любой термоукладке, потому что в бальзаме есть средство, которое защищает волосы от воздействия горячего воздуха. После укладки волосы шелковистые и блестящие, а я могу переходить к макияжу. Я сделала укладку и надела линзы, которые купила в Корее. Мне кажется, мои глаза стали как у Бэмби, такие кругленькие. Вообще они серые, хотя выглядят намного темнее. Если посветить фонариком в глаз, то заметно, что они становятся более светлыми. Надеюсь, заметно. Ну что, переходим к макияжу и распаковываем косметичку, которую я купила. Вот она косметичка, здесь куча всего, что нужно и не нужно для ежедневного макияжа.
Первое, что нам пригодится, и я увидела это в Олив Янге, это вот такие вот клеммы, которые защипывают челку. Эти клеммы созданы для того, чтобы сделать объем на челке. Сейчас покажу, как я это сделаю. Целые две штучки. Берется челка и вот так вот закрепляется, разделяется напополам, и, собственно, ты сидишь так какое-то время. Блогеры, которые делают так по всей голове, таким образом создается объем на всей голове, но я для эстетичности картинки не буду делать так. У меня уже есть объем на волосах, я сделала себе все-таки укладку, а потом распускают, и бац, вот тут вот такие вот карелечки, красивая челочка уложенная. Я закреплю таким образом, чтобы волосы во время макияжа не лезли мне в лицо, и не было заломов. Так, ну что, погнали. Мне нужен был увлажняющий крем, и я взяла Dr. Jart, а это крем с SPF 50. Я его взяла, потому что там была акция 2 по цене одного. Один я подарила подруге. У меня лицо красное, потому что я только что делала себе укладку. SPF крем используют абсолютно все корейцы, и на уходе они прям помешаны. Вообще, я хотела сделать маску, так как я привезла достаточно много. Половину, конечно же, раздарила, потому что это был главный запрос моих друзей — привезти много масок для лица из Кореи. Их продают чуть ли не оптом, есть отдельные магазины с масками. Обзор на маски я сделаю в своем телеграм-канале, так что заходите, ссылка будет в описании, я там плю кружочки. Следующее, что я взяла, это Cushion в Style Nanda. Это такой корейский бренд, очень популярный. Мне понравилась очень розовая упаковка. Я взяла первый оттенок. На самом деле я хотела взять второй, но мне консультант сказала, что мне подойдет первый. Внутри идет Cushion. Я вообще этот бренд называю 3SE. Я уже открывала этот кушон, и действительно в упаковке он выглядит как будто бы моего оттенка. В комплекте идет вот такая вот пуховочка. Делаем свотч. И он светловат. Но что поделать? Вот на ее вкус ей показалось, что это мой оттенок. Набираю этой пуховочкой немножечко тонального крема на лицо, закрашивая всю свою красноту. Ну, все понятно. Я набрала много. Мне одного нажатия хватило на всю руку. Сейчас это выглядит просто ужасно. Надо это все растушевать. Обычно там всего два финиша, сияющий и матовый. Но это какая-то новинка от 3SE, я буду называть его так, Style Nanda. Bare Cover Cushion, то есть кушон с невидимым покрытием. Мне кажется, уже растушевалось неплохо. Конечно, на камере я смотрюсь более пластиковой. В жизни это выглядит не так плохо. Я топчусь прямо на месте и делаю много-много-много движений для того, чтобы хорошо распределить цвет. Все-таки это пигментированный продукт. Я перенесу на шею, чтобы сравнять цвет лица и шеи. Ничего желтого тут вообще даже не намека. Я люблю тональные крема, которые подчеркивают желтизну моей кожи. Как бы это странно не звучало сейчас. Но выглядит вроде бы неплохо. Очень легко в этом тоне делаются дырки. Либо он должен сейчас еще усесться как-то. Как будто бы хочется нанести еще на плечи, чтобы точно сравнять тон тела и лица. Тональный крем 5 из 10 лайчочков. Мне не очень понравилась его текстура, возможно, только для нанесения на скулы. Я говорила, что корейцы не любят бронзировать лицо, именно поэтому у них есть только скульпторы. Вот такой вот скульптор от Art Class. Написано, что это Powder Bronzant. Открываем, и вот такой вот бронзант. Я делаю свотч, и почти ничего не происходит. Я возьму свою кисть для коррекции лица. Кстати, на рекламной кампании была очень красивая девочка, и я, собственно, опять же повелась на рекламу. О, что-то начинает появляться. Вот смотрите, я набираю кисть, сразу же наношу на лицо. Что-то допередается, но такое легкое. Этот бронзер был бы хорош для новичков, можно прям сразу же набирать и не стряхивать. Пятен поставить просто невозможно. Я хочу отскульптурировать нос, для этого я использую самый темный, наверное, оттенок из этой палетки. Буду рисовать себе носик. Кстати, нос очень хорошо скульптурируется этой палеткой. Выглядит все достаточно натурально, очень мягко ложится на нос. Если бы был немножко другой тональник, то было бы вообще перфекто. Буквально двумя движениями я отскульптурировала нос.
Оказывается, очень это крутые тенюшки для того, чтобы сделать себе коррекцию носа. Я чувствую себя прям жирным блином, поэтому хочу побыстрее заматироваться. И у меня вот такая вот пудра от Laneige. Вот такая вот милая пуховочка. И внутри прозрачная пудра с сеточкой. Это популярный в Корее бренд. Опять же, мне очень понравилась девочка, которая была на рекламной кампании с кошечкой. У нас, кстати, не видела, чтобы с животными кто-то фотографировался. Самое главное, нанесу на Т-зону и под глаза. Всю сияющую кожу, которую так любят в Корее, я заматировала. Ну, бывает что. Но с таким лицом я чувствую хотя бы себя человеком, а не восковой фигурой. Я понимаю, что в Корее все носят тональный крем так, что у них даже просто все лицо блестит, как блин. Для бровей у меня два кандидата. Один карандаш – это Diadalia, тоже популярный в Корее бренд. Оказывается, он продается просто в Оливьянге. Не такой уж он и люкс, как я думала. А второй карандаш для бровей – это Maybelline, специально для Кореи. Тут даже нарисовано, как наносить, но что-то тут совершенно не корейские брови изображены. У меня потерялся колпачок, карандаш от Maybelline трехугольный. Тут очень любят трехугольные карандаши, но это еще не все. Для бровей у меня есть вот такая вот штучка, это трафарет корейских бровей. Я взяла это в Miniso, но это нужно рисовать тенями, поэтому я нарисую одну бровь, или как, одну бровь тенями. У меня есть тени в целом, но не для бровей. Это такие трафареты, которые, кстати, очень продуманно складываются вот в такую вот пластиковую коробочку. Супер прямые брови, с небольшим изгибом и с сильным изгибом. А в коробочке уже прямые брови, только чуть потоньше. Выглядит намного лучше, чем те трафареты, которые я видела у нас. Тут нарисовано, что можно использовать даже карандаш. Расчесываю свои брови. Вот эти брови очень узкие, блин, на что же их еще лепить-то? Вот эти брови уже пошире, но они с изгибом. Не так плохо. Не так плохо. Как-то бы хоть фиксировали бы их. А вот это выглядит неплохо, бровь. Я попробую нарисовать. Я не знаю, что я делаю. Я просто закрашиваю брови по трафарету. А там будь что будет. Вуаля! Хочется чуть-чуть дорисовать хвостик. Начало вы могли растушевать и аккуратно дорисовать самостоятельно. Ничего себе, корейские трафареты работают. Главное вторую бровь сделать так же. Я вроде бы зафиксировала. Ну, конечно, если ты делаешь это перед зеркалом, наверное, получится более точно. Убираю. Как-то очень коротко. Брови нарисованы. Хочу еще сказать немного про эти трафареты. Они силиконовые и очень приятные на ощупь. Я взяла вот такую вот палетку. Честно говоря, даже до конца не помню, что там за оттенки. Опять же, глядя на модель, которую я увидела на рекламной кампании. Вот такая вот красивая палеточка. Сзади написаны все оттенки. Очень красивая и приятная в руках. А она еще магнитная. Я не могла без коричневых оттенков, извините. Делаем свотч. Мне понравилась текстура этих теней. Похоже очень на Наташу Денону. Полупрозрачные, но они вельветовые. Пододвинусь поближе, чтобы вы могли разглядеть мой макияж глаз. Я купила одну единственную кисточку. Понимаю, что это мало, но кисти у меня есть. Это обычная синтетическая кисточка. Стоит она 1000 корейских вон. Это значит, что она стоит 60 рублей. Такая вот обычная кисточка. И этой кисточкой я попробую залезть вот в эти вот тени красивые. Хочется попробовать прям желтый оттенок, нанести его на века. Обычно мне идут такие цвета. Возьму вот этот вот оттенок консилера, он хорошо перекрывает синеву на моих глазах. Он очень желтый. Мало того, что оттенок на моих глазах очень желтый, я вспомнила, что я еще купила такие полосочки для того, чтобы века приклеивать. За 1000 корейских вон, то есть за 60 рублей, я купила вот такое вот чудо. Многие, наверное, уже знают, но это такая полосочка, которую клеишь на века, и твое веко из нависшего превращается в европейское. Когда я поднимаю брови, мои веки смотрятся очень даже хорошо. А сейчас еще линзы у меня на глазах, они мне добавляют прям такой детскости. Мне нравится, как смотрятся мои глаза. Если я опускаю брови, то, конечно, у меня есть небольшое нависание, но попробуем. Попробуем, что мне сделает эта лента.
тейпы на глаза. Я взяла из упаковки из-за того, что это такой вот бокс, который не будет разбросан по всей квартире. Мне понравилось, что он очень компактный. В наборе идет вот такая вот палочка, которая, мне кажется, у меня скоро потеряется. И тейпы. Тейпы. Отрываем. Похоже, веко должно быть чистым. У меня ничего не приклеивается. Я стираю тональник и пудру, что тут была нанесена. Я наклеила эти полосочки. Сейчас мы будем отклеивать и пытаться прилепить веко. То же самое делаю с другой стороны. Второй пошел, я отклеила, и сейчас... Это что вообще за щенячьи глаза? Что было бы, если бы я сделала блефаропластику? А зато можно сыр-косичку на ночь есть и вот так вот просыпаться в прекрасном состоянии. Я снова тонирую век. Я до сих пор не могу привыкнуть к своим глазам. Я затонировала веки, а это значит, что я могу перейти к палетке теней. Хочу попробовать нанести вот этот светлый матовый оттенок на центр века. Прям полупрозрачные эти тени. Сильно сыпятся эти тени, нанесу в складочку. Совсем не по-корейски я бахнула. И маленькой кисточкой совсем вот этот вот коричневый я нанесу ближе к краю ресниц, чтобы создать такой эффект стрелки. Слабо, конечно, слабо пигментированные они. Что из этого мне больше нравится, я не понимаю. Ну точно использую вот этот вот оттенок, они прям мягкие-мягкие. У меня какой-то уже праздничный макияж получается. Корейские блестки как будто бы сияют немного по-другому. Ну что я скажу по этой палетке? Она хоть и полупрозрачная, но очень красивая. Особенно вот эти вот сияшки на центре глаза. Я ей поставлю 8 лачочков из 10. Тинт от бренда Peri Pera. Выглядит он вот таким вот образом. Сейчас я сделаю сводч, который я буду использовать вместо карандаша, потому что карандаш для губ я не нашла. Я нанесу прямо с тюбика. Делаю контур, конечно же, выхожу за контурок, буду сейчас переносить все это себе на щечки. Получается красиво, красиво очень, прям под глаза. Я забыла накрасить ресницы, но мне нравится даже без них. Как я уже говорила, почти все туши в Корее водостойкие. Чтобы хорошо фиксировать азиатские ресницы, я взяла вот такую вот тушь Живерни. Вот такая вот тушь, тоненькая щеточка. Смывать я ее не знаю, как буду. Керлера у меня нет, поэтому я буду стараться просто их подкручивать наверх. Тоненькие, прям небольшие ресницы получаются с ней. Может быть, такой эффект мне и был нужен для этого макияжа. Вот и все, мой макияж завершен. Я накрасила ресницы, и образ смотрится действительно более завершенно. Снимаю свои... заколки. В целом ничего даже не примялось. Блин, макияж выглядит очень мило, мне нравится. Как получилось? Пишите в комментариях, что думаете по поводу этого макияжа. У меня никогда не получался азиатский, корейский, либо китайский макияж. А в этот раз я думаю, что я близка к успеху. И у меня получилось сделать хотя бы примерно. Но мои бэмби глаза, я не могу просто на них насмотреться. Эти тейпы для век действительно работают. Я буду ими пользоваться. Но, наверное, на какие-нибудь выходы просто так на каждый день веки не переживут такого. В общем, все. Вот такой вот у меня макияж получился. С вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.